Ну что ж, друзья, мне представилась уникальная возможность оказаться в том месте, где не ступала нога ни одного мужчины и журналиста. В раздевалке Bars Angels. Я просто нереально волнуюсь. Вот эти две. Скажи, пожалуйста, какая ты руководительница, строгая или мягкая? Я справедливая. Регина строгая руководительница, но как по-другому с 20 девочками? Она вам что, запрещает что-то есть, что-то пить? Ну нет, но тренировки прогуливать нельзя, иначе выговор. А увольнение бывает? Бывает. Я не знаю, можно об этом рассказывать или нет. На самом деле нам очень повезло с Региной, потому что в работе она справедливый руководитель, а в свободное время у нас очень теплое дружеское общение. Это же не по сценарию. Многие спрашивают, как стать одной из вас? Все достаточно просто. Нужно прийти на кастинг и продемонстрировать свои навыки, то есть успешно пройти его. Также многие, но другие спрашивают, как стать парнем одной из вас? Парнем? Ну, это хороший вопрос. Чтобы стать нашим парнем, нужно как-то выделиться на фоне других. То есть нужно нас как-то удивить. Продолжи фразу. Работа в Bars Angels – это… Это, несомненно, работа мечты. На эту работу хочется приходить и иногда даже не хочется уходить. Это мощный заряд позитива, а также постоянная мотивация быть лучшей версией себя. Эй! Они сделали вмятину. Кто красивее? Акбарс или Bars Angels? Акбарс, конечно, красиво играет в хоккей, но мы же девочки, поэтому Bars Angels. Каждый красив по-своему, Акбарс красив в игре, ну а мы на сцене. Новый сезон, новая команда. Чем вы будете удивлять? Мы будем удивлять новой танцевальной программой. Также мы добавили новые гимнастические поддержки. У нас теперь изгибы больше, шпагаты шире. Блин, подожди, давай еще раз. Я даже записала. Вот. Только ты это не вкладывай. Мы добавили новые гимнастические поддержки, где изгибы больше, ноги выше, шпагаты шире. Дорогие болельщики, приходите на игры, любоваться нами и поддерживать Акбарс. Это ваш что, обряд перед выступлением? Обряд на удачу. Генеральная репетиция завершена. Девчонки разогрелись. Остаются считанные секунды до выхода. Со сцены команде нужно передвигаться очень быстро.